В Туве пожарные спасли двоих мужчин из горящего подвала. В центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о том, что в одном из многоэтажных домов по улице Ангарский бульвар идет дым. На место вызова прибыли пожарные, которые обнаружили задымление в подвальном помещении многоквартирного дома. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Установлено, что пострадавший мужчина уронил сигарету на матрас, на котором спал. По данным МЧС региона, пострадал один человек. Во время проведения разведки на полу помещения обнаружены двое мужчин без определенного места жительства, которых вынесли на свежий воздух. Мужчину 1964 года рождения, который получил термический ожог спины, передали прибывшим на место врачам скорой помощи. 200 бутылок контрафакта изъяли полицейские в поселке Кахем. На улице Большевистской сотрудники ГИБДД остановили для проверки автомобиль отечественного производства. За рулем находился 59-летний житель села Усть-Илегест. В ходе досмотра в салоне машины полицейские обнаружили внушительное количество спиртного сомнительного качества. Все бутылки были безакцизных марок. Сейчас полицейские выясняют происхождение контрафактного груза. Алкогольная продукция изъята и направлена на экспертизу в экспертно-криминалистический центр МВД по Республике Тыва. По данному факту ведется проверка, по результатам которой будет принято надлежащее процессуальное решение. В действиях водителя, 59-летнего жителя села Усть-Илегест, усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 15.12 Кодекса об административных правонарушениях оборот алкогольной продукции без маркировки, в случае, если такая маркировка обязательна. За данное правонарушение предусмотрен штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения, то есть алкогольной продукции и транспортного средства.